Посмотрите, у нас летняя дизелька выросла незначительно по цене. Зимняя чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как вы это оцениваете? Сейчас уж не говорю, цены в два раза упали на нефть сырую, да? Хорошо бы держаться на прежнем уровне. Вышло больше, чем в два раза, чем инфляция. Мы с Министерством энергетики держим на контроле эту ситуацию. Надо понимать, что, в принципе, бензин немного используется. Я знаю, но тем не менее. Работе. Я понимаю, тем не менее. Давайте проработаем, услышали, будем держать на контроле. Хорошо. Обратите на это внимание. Хорошо. Ну, за год, предыдущие месяцы, сейчас-то цены рухнули. Просто рухнули. Было 65, до 70 доходило. Сейчас 30 небольшие. А бензин вырос. Как так можно? Посмотрите на это. Хорошо, Владимир.